It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M. Сегодня буду снимать небольшой такой обзор, потому что это надо прежде всего увидеть. Говорить об этом сказать я могу мало. В общем, пока я была в отпуске, мне пришли замечательные, я не знаю, как это сказать, скап-сапожки, или туфли, или обутка, или ботинки. В общем, мне пришли замечательные такие штучки а-ля Леди Гага. Это вот такие сапожки, которые имеют такую вот необычную платформу. А, значит, высота платформы 14 сантиметров. Это самое максимальное. Здесь 9. Я уже пробовала в этих штучках ходить. Потрясающе. Мне очень нравится. Взяла я их на фотосессию. И потом, как будут фотографии с фотосессии, обязательно выложу, покажу. Взяла я 8 UK 8 размер. Мне подошел как раз на мой 37 размер. Не прогадала. В общем, здесь такая молния. Здесь вот леопардовый такой мотивчик. И самое оригинальное, это вот такой каблук. Конечно, это не каблук, а такой вот, такая платформа обрезанная. Называется Betty Page. Ellie. Shoes by Ellie. Спасибо большое за внимание. Всем пока. Итак, снимаю я в комнате. Вот так вот не выглядит. Стоять, в принципе, нормально. Мне очень нравится. Очень прикольный. Так. Так, знаете, как... Такой, как это сказать, единорог. Ой, не могу. Вот так вот. Ходить, в принципе, удобно. Они очень легкие. Прикольные. Всем спасибо за внимание. Same DNA.